Как известно, военные пенсионеры оказались в числе пострадавших от различных экспериментов правительства по экономии финансов, когда честно заслуженные пенсии то вообще прекратили выплачивать в полном объеме, то их перестали индексировать и прочее, напоминает pensnews.ru. С 2012 года военным пенсионерам стали применять понижающий коэффициент. Пенсию они стали получать в размере 54% от начисленных выплат. Правда, в 2019 году коэффициент был немного увеличен до 74%, но взамен на такую щедрость в 2020 и 2021 годах страховые пенсии для них не индексировались. Организация «Российская общественная инициатива» РАИ на днях выступила с инициативой вообще отменить понижающий коэффициент для военных пенсий, основываясь на ст. 19 Конституции РФ. Кроме этого, авторы инициативы предлагают компенсировать потерянные средства военным пенсионерам, которые они недополучили с 2013 года, из-за изменений в законодательстве. Голосование по указанной поправке на сайте РАИ продлится до 9 сентября этого года. Вы также можете принять участие.